О проекте «Магнит футбола» Евгения Волкова узнала из социальных сетей и решила, что это отличная возможность показать свои профессиональные навыки. Для участия необходимо было записать видеовизитку, где нужно было раскрыть одну из предложенных тем – о том, как проект «Футбол в школе» повлиял на учеников, или рассказать о своих личных фишках в работе. Евгения выбрала первое. Проект «Футбол в школе» направлен на приобщение детей к футболу, то есть массовость среди учеников, среди учителей, педагогов, также среди родителей. Когда я разбиралась, какие же еще цели преследует данный проект, я поняла, что нужно включать футбол в раздел школьной программы. Футбол сейчас не является обязательной частью, это вариативная часть, но так как мы получили инвентарь, мы были готовы внести и такие изменения в наш учебный план. «Магнит футбола» вовлекает детей в спорт. За время участия в проекте школьники играли в командные игры, рисовали на футбольную тематику, организовывали флешмобы и даже кулинарные конкурсы. Благодаря успешно пройденным испытаниям школа получила спортивный инвентарь и собрала свою женскую сборную. Ну как мы вот раньше думали, мальчишки играют в футбол хорошо, а девчонки, что будут делать девочки? Ну мы все-таки попробовали, дети идут навстречу всегда, они пробуют что-то новое. У нас все получилось, то есть он вошел, как будто бы так всегда и было. На данный момент Евгения Волкова стала одним из финалистов конкурса «Магнит футбола» и вошла в число 200 лучших учителей физкультуры. В декабре ожидается финал конкурса в Москве, где будут сформированы символические сборные проекта, аналогично команде футболистов. Каждый участник получит по 150 тысяч рублей за свои достижения и вклад в развитие спорта. Евгения Бузлаева, Никита Дроздов, РТК «Забайкалье».